Как много в жизни хочется сказать, как мало говорим на самом деле. Мы так боимся душу раскрывать и прячемся, как та улитка в теле. Как мало мы друг с другом говорим. Торопимся, всегда спешим куда-то. Порой не ведаем мы сами, что творим, не замолкаем, снова виноваты. Как мало теплоты мы дарим тем, кому нужна, порой она бывает. Кому-то улыбнемся, а затем проходим мимо, миг тут забывая. Не лучше ли чаще в лица заглянуть, чтобы увидеть, что в душе творится? Быть может, там внутри есть что-нибудь, что может в жизни нашей пригодиться. Быть может, мы увидим там все то, что в жизни нам порой казалось малым, что видели когда-то уж давно, но только времени всегда нам не хватало. Тогда, быть может, мы заговорим и скажем то, что мы сказать хотели. Ну а пока, как рыбы, мы молчим и прячем душу вновь в уставшем теле.